Всем привет, мои дорогие друзья! Мы сегодня опять поиграем продолжение нашей любимой игры «Салон красоты». И я говорила, я вам обещала снять вторник. Да, сегодня вторник, завтра будет среда. Завтра я выпущу новую игру для вас, мои дорогие подписчики и зрители. Ну что, это у нас олененок вот такой вот. Да, олененок девочка, у нее тут реснички, вот такие голубые глазки. Он, кстати, заказал вот эту вот радужную, но сейчас попробуем ей сделать. Так. Прикольно, кстати, мультика. Давайте ее послушаем. Вот тут радуга. Ну что, сейчас сделаем прическу. Да, мне нравится эта музыка. Это такие вот перышки. Мы сейчас сделаем. Вот он. Вот он. Сейчас вот такие вот перышки. Да. И он хочет вот такие вот радужные волосы. Мы сейчас сделаем. О, да. Как мне нравится эта музыка. Вот эта музыка мне слишком больше понравилась. Еще вот такие вот пироженьки, там мороженьки. Это мне музыка очень нравится. Хотел... Ну, мне эта музыка понравилась больше всего, чем эти. Ну, но цены музыки тоже были неплохие, но... Но эта музыка мне, правда, понравилась больше всего. Она такая красивая и яркая. Ну что, еще надо желтый, оранжевый и красный. Так, ну это же цвет радуги. Там есть, по-моему, давайте посчитаем. Раз, красный. Два, оранжевый. Три, желтый. Четыре, зеленый. Пять, голубой. Шесть, синим. И 7 фиолетовый. Да, 7 цвета там. Ну что, друзья, сейчас покрасим еще желтый цвет. Вот так вот покрасим, а потом еще добавим вот оранжевого. Вот оранжевого. Да, мне как же не нравится эта музыка. Ну, правда, эта музыка очень красивая. Мне прям нравится. Ну, давайте еще вот такой вот красный. Да, друзья. Ой, я и фиолетовый давно. А, тут фиолетового нет, не знаю. Хотя еще там фиолетовый. Ну, давайте посмотрим. Ей понравилось? Да, ей понравилось. У нас тут открылись вот такие вот костюмы. Монетки, вот такая вот радуга. Да. Сейчас фоткаем, сейчас подберем лучший фон. Сейчас давайте лицо ее сфоткаем. Вот, давайте ее вот это вот. И сейчас найдем там какой-то подходящий фон. Так, смотрим. О, вот этот подойдет. Ну что, улыбнись. Нет, мне не хочется такое. Да, вот такая вот подойдет. Ну что, сейчас будем ее стикерами украшать. Так, она говорит вау. Конечно же, это обязательно. И тут поставим такой же знак. Так, ну что, давайте поставим. О, радужный кристалл. Но он же радужный, значит, давайте поставим вот этот кристаллчик. Она держит в руках. И она тут увидела радугу. Вот, поставим два радуги. Вот так вот радуга. Так, ну и давайте напишем, что мы... О, вот еще один радужный. Ну, наверное, все сейчас будем вешать. Ну что, друзья, сейчас будем вешать. Вот.
Очень красиво. Тут написано Unicorn. Это на русский единорожка. Ну что, вешаем. Это будет самая большая фотография. Вот, очень красиво. Итак, друзья, мы пришли на еще один уровень. И сейчас уже посмотрим, какая прическа он следующий заказал. И она заказала вот такую вот прическу, вот там рог и вот такие вот волосы. Но сейчас попробуем сделать. Так, какой там цвет? Мне, по-моему, там я желтый, немножко вот такой вот синенький, ну, я попробую сделать. Так. Ну, сейчас попробуем сделать как-то. Вот, давайте пока вот такой цвет покрасим. Да, это все-таки оленёнок, мне так кажется. Так, ну он тебе заказал вот то есть вот так. Там еще голубой цвет. Ну, все попробуем сделать. Как же мне нравится. Вот этот уровень, вот эта музыка мне слишком нравится. Вот такие пончики. Тут еще желтый и, по-моему, там зеленый чуть-чуть. Желтенький. И, по-моему, там вот такой вот зелененький. Так, и розовенький. Сейчас попробуем еще сделать вот такой вот розовенький. Да, мне сильно нравится. Но чтоб не понравилось, давайте костюм новый посмотрим. Ух ты, тут есть вот такая вот кофточка. И вот такая вот кофточка. Давайте вот так вот оставим. Очень мне нравится. Мне нравится вот такие крутые ботиночки и штанишки. Очень крутые такие. Ну что, друзья, сейчас посмотрим, что у нас нового из кепочки. Да, у нас рог единорога. Ну, давайте посмотрим рог единорога. Вот, она у нас вообще единорожка стала. Да, она единорожка совсем стала. Мы сейчас будем делать еще прическу так. Вот такие вот и вот такие вот. Понятно. Сейчас я их найду-ка. Итак, друзья, я нашла. Мне кажется, вот такие вот. Но сейчас. Давайте вот так вот. Это будет половина вот это вот. Давайте, эта половина будет вот этого. А половина мы сейчас, ну... Какой мы сейчас будем делать? Так, надо тебе найти вот такой вот. Так, смотрим. А вот я нашла-ка. Нашла, то есть. Так, ну что? А давайте какое-нибудь мыло, может быть. Ну, какое-то яркое. Давайте попробуем. Вот. Да, очень красиво. Да, такое очень красиво. Ну все, проверяем, ей понравилось. Да, ей понравилось. Тут у нас открылась волшебная палочка, монетки и пончики. Я обожаю пончики. Ребята, кто тоже любит пончики, пожалуйста, лайк. Мне нравится клубничный пончик, шоколадный пончик, еще какие-то другие пончики, но я пончики обожаю просто. У нас еще волшебная палочка появилась. Так, друзья, сейчас давайте лицо опять сфоткаем. Только сейчас я найду-ка еще такой радужный фон. А хотя я не буду, давай отключаться. Так, ну сейчас я найду-ка этот фон. Вот, я нашла вот такой вот фон, он отлично подойдет. Нет, по-моему, я такой фоткала. Так. Вот так подойдет. Ну что, сейчас будем украшать. Давайте посмотрим, как будто она держит пончик в руках. О, нет, давай сначала поставим вот такие вот радужки. Радуги. Радугов много не бывает. Поставим побольше. И поставим, она держит пончик в руках. Вот так вот пончик. И будет у нее два пончика. Еще один пончик будет
Вот так вот наверху еще. И давайте еще пончик. Давайте поставим, например, вот так вот. Да, очень красиво. Ну что, сейчас будем ее вешать. Друзья, вешаем. Это у нас будет закат. Вот когда. Пончики там радуги. И тут ушки, волосики и рог единорога. И большая фотка, там вот эти конфетки. Вот мне нравится вот этот вот уровень. Мне этот уровень больше всего понравилось. Ну что, друзья, у нас остался последний уровень. И, наверное, буду с вами потом прощаться. Больше у нас никаких уровней нету. Это все. Но, если что, давайте купим все прически. Ну, может быть, еще что-то. Это у нас последний уровень. Она доказала просто вот такие вот розовые волосы. Сейчас давайте сначала все купим. Давайте сначала все купим из волос. Ой, хотя я не открыла, но будем считать, что она открыта. Ну, ничего, сейчас будем. А, так у нас все открыто. Значит, можно просто покрасить вот такие вот розовые волосики. Так, вот. Такие вот у нас волосики розовые. Нет, не вот такие вот вроде бы. А ну. Так, смотрим. Да, вот эти вот нравятся. Так, что же ей понравилось? Давайте еще костюмчик. Там же еще один какой-то костюмчик появился. Давайте вот такой вот, например. Вау. Ой, мы ее что-то не одели, но вот. Вот кроссовка вообще. Штанишки, кофточка. И вот такие вот ботиночки, звездочки. Ну что, сейчас мы шапочку наденем. Так, где у нас шапочка? Рок. Вот урок. У нас же там еще появилась волшебная палочка. Ну давайте ее сейчас дадим нашей олененку дадим. Ну что? Все, причем вот это вот так. Так. Ей нравится, хоть я посмотрела рекламу, ну вот. Тут написано. Ну я не знаю, что там написано. Вы можете прочитать, что там написано. Я не знаю, что там написано. Ну. Ой. Так. Сейчас я найду-ка еще один радужный фон. Ну что, друзья, я нашла радужный фон. По-моему, там было написано Magic. Или я не знаю, что там написано. Ну, давайте вот так вот и улыбнемся. Так, не вот так вот. Вот так вот. Подойдет. Подойдет. Да, подойдет. Так, сейчас будем вешать. Так, давайте вот это вот. По-моему, мы Magical. Я не знаю, что там такое, ну. Так, больше у нас никаких нет. А давайте, кстати, это тоже купим. Вот, мы же будем выпускать игру завтра. Тут будет радуги. Сейчас поставим. И вот так вот пончик она будет держать в руках. И пончик будет еще вот так вот. И вот. Так. Ну что? Ой, нет, не вот такой вот фон. Давайте посмотрим. У нас все открыты там. Ой, не все открыты, но сейчас мы всех откроем. Ну что, друзья, я все купила, но сейчас будем вешать. Ну что, друзья, у нас все место заняло и все. Это, наверное, последняя локация. И все, больше у нас никаких уровней нету. Ну что, друзья, я буду с вами прощаться. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите комментарий. И всем пока-пока. А я в следующий раз... Обязательно я в следующий раз выпущу новую игру. Ну что, друзья, и это будет завтра. Ну что, друзья... Я буду прощаться, и всем пока-пока, мои дорогие друзья!